Всем здорово, ребят. Особенно ночникам, кто вчера смотрел РДР-ку, будет у вас чаще теперь. Теперь РДР онлайн, ну пока Battle Pass в фарме. В общем, в рот мне ноги, вот так я решил назвать этот видос, потому что вчера батя на стриме сказал, я сегодня зашел уже с утра, посмотрел. Реально, на немке просто кайф. Для бездоната... Есть возможность собрать зефира уже как огника. Огника без проблем собрать. Зефира причем можно собрать там за 5000 самоцветов в неделю. То есть, ну, без проблем вы собираете. Сумки тратите. Но теперь здесь еще и офигенный пират. Просто обалденнейший пират. Я вот попал на свой, не знаю, какой-то там тестовый аккаунт. В общем... Не столь важно, мы сейчас с вами просто заберем плюхи, посмотрите, что здесь делается реально на сервере. Я, честно говоря, в шоке. Ну, не знаю, куда катится игра, потому что с каждым выходом все дешевле и дешевле, проще и проще. И без донатом сейчас намного круче. Ну, на некоторых серваках, я не буду говорить за русский, на русском все как всегда, проще собрать топовые плюшки. Блин, не хватит нам немножко... Походу. В общем, поехали. Обновились как раз акции. Сейчас посмотрим, что тут есть на рынке. Так, это за питомцев. Трату на питомцев. Понятное дело. Наборчик за один самоцвет. Классный, классный. Сумочки. Все равно круто. Халява. Также зефир, как обычно, отсюда можно собрать. 160к. Ну, можно дешевле его собрать за 5000 пакетами. Я это вам тоже показывал. Наборы, ну, такие себе. Трата, ну, это донатная акция. Все, дальше пошли донатные акции. Поехали самого пирата. Еще какая-то акция открылась. Сейчас чекнем ее быстренько. С 20 по 8. Донатная, скорее всего. Вот, ребята, этот пират. Что вы видите? Вы скажете, да, блядь. Но, помимо того, что здесь есть возможность собрать от них донатных героев, здесь есть теперь возможность собрать еще и лисицу. Да, это за накопленные самоцветы, но, блин, это крутой пират. Наконец-то, спустя полгода его поменяли на этом сервере, и это реально плюс. Помимо этого, посмотрите внимательно, какие здесь еще падают плюхи и герои. А ну, Ронин, там, Ворожей, Стрелок, Бигфут и Сетна, я думаю, у большинства уже есть. У кого нет, это реально плюс. Плюс вот такие вот сундучки, с которых вы можете вытащить третью карту. Ну, помимо расходников, там железка, исцеление для тыковки. Топчик, топчик, кулаки. Вторые. С которых вы тоже можете получить обалденные плюхи. Опять же, третью карту. Но мешки зефира кому надо добить, раз. Причем мешки зефира от 1 до 30. И лисичка точно так же. Это реально плюс. Потому что возможность лисицу собрать было только на, по-моему, Португалии. Еще на ком-то и на итальянском вроде сервере давали в пирате. Но там давали целого. Здесь же осколками все равно это плюс. Плюс слизни, которых реально на многих серебках не хватает. Это можно и на кигашке продать, карты сменки. В общем, я считаю, обалденная тема. К сожалению, у нас, наверное, не хватит. Пиздец. Начальный аккаунт с нуля, ребят. Камон, посмотрите на этот дроп. Выпало все. Стрелок, Ворожей, Бигфут, Седна. Ну, блин, что еще хотеть? Вот я не знаю. Просто жесть. Полностью все тупо 5 героев за один клик. Тупо 5 лех. Да, не выпала там сумка нам. Давайте по 150. Сейчас попробуем заролить. 200. 200. Это 40к кагашек. Ронин еще один. Блин, это просто нулевой аккаунт, стрелок. Я в шоке, сколько всего падает. Жесть. За 2000 самоцветов.
Просто писец. Нормальные, кстати, еще итемы отсюда. Как вам такой пират, ребят? Круто? Ну, я думаю, что действительно круто. Сейчас я пооткрываю. Дособираем с вами остальных. Тысячу 200 самого, блядь. Это жесть. Просто жесть. Самое, что не есть настоящее. Ну, там больше 2000 самого. Но зато, блин, какие плюхи. Обалдеть просто. Сразу же на нулевом аккаунте. Но я сейчас буду играть, если мы еще выбьем отсюда других топовых героев. И у нас упадут карты. Два стрелка. Жесть. Это действительно круто. Такс. Понятно, на остальные расходники там шансы не такие. Но все же. Так, мы сейчас сундуки, наверное, не сможем открыть. Продам. Все равно это аккаунт гостевой вроде, поэтому не столь важно. Смотрите, сколько кгшек. 800к, почти миллион кгшек. Блять, не дают открывать. Давайте попродаем. Просто интересно посмотреть, какие еще ресурсы отсюда упадут. Железка 30 сменок, 4 карты, ребят. Офигеть. Просто офигеть. Реально просто обалдеть. За 2000 самоцвета мы уже 4 карты достали. Золотые слизни, грубая сила, воодушки. Ну, еще Бигфут не упала, конечно, Фрейя, но Афинка дополнительная заклинательница. Все. Это просто пипец. Жестко. Поехали посмотрим другие серваки. Не знаю, пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу, но это реально круто. Что-то глючит плеер. Не знаю, это бомбический пират. Подарок субботы, временный пакет, выращивая счастливое число, большая сокровищница, сбежавшая олень. Настолка есть и рулетка. Пиздец! Я хуею! А, блядь! Сука, на Сардели еще новые ребята, еще новые донатные герои. У меня наконец-то есть еще роза. Я здесь вытащил Вольта, вытащил уже розу. Купон. Ну, купон я вчера вам показывал. Плюшки, в принципе, неплохие. 10 тысяч самого. Ну, раньше был купон круче. Но у нас теперь есть новая имба. На сардельке. Жесть. Вот так вот, ребятушки. Пиздец. Утро, конечно, жесткое. Че по рынку у нас? Пакет накопления, временный набор поклонника. Набор поклонника. Забрали, заберем. Круто, круто. Поехали, еще английский чекнем. Супер. Вот это утро, конечно.
Так, пак, накопление, сумки, блядь, 100 баксов, извините меня, хрен вам, а не 100 баксов за прокачки. Flash gift, spring, настолка. Да, тут тоже розочка. Ну, все остальное по стандарту. Коллекционер. Ну, такое. Скин на стрелка. Карта донатная. Ну, кстати, неплохой коллекционер. Дискаунт. Дискаунт монеты. Можно забрать, надо будет докачать. Мумишки, лисицы даже. Кстати, кто потратил там, тут лисицу, можно 15 мешков для без доната забрать, еще новый дискаунт. Тут тоже поменяли грубое. Да, поменяли немножко его. 1,5 ляма кулаков, сменки. Тоже неплохо. Так, остров понятно, тот же самый. Ну, в общем, вот так вот. Spring Pack. Fashion Lights. Нету, кстати, этого. Купона. Я думаю, добавят потом. В общем, вот такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Сейчас я еще на немку забегу. Посмотрю, что там. Ну, это реально круто. Утро просто писец. Роза на сардельке. Крутой пират. Блин, круто. Через 4 часа смогу забрать. Но я большинство, как обычно, пропустил. Не хватило меня на это задротничество. Многие попросыпали, ребята тоже говорят, не хватает времени, это надо просто тупо по кадашке заходить. Все, пишите комменты, ставьте лайки, всем удачи, всем пока.